Роботы становятся умнее, вместе с обязанностями у них появляются потребности и даже права. В США и Южной Корее били о правах роботов уже в повестке дня. Робот не может причинить вред человеку, гласит закон Азимова. А что же он может? Мы не можем говорить о самостоятельном искусственном интеллекте, только управляемый. Это должно быть зафиксировано везде. Робот, подобный человеку, какой угодно, не может быть субъектом права.